В этот раз охота началась для меня с проверки документов. Ну, само собой, документы проверяли не у меня, а проверял наоборот я. Мы с другом охотились на вершине этой балки и встретили охотника, Добрый который день шел вам! понад камышом. Шановный, подойдите, будь ласка, я РСК служба. Поэтому я решил проверить у него документы на всякий случай, тем более, что до открытия охоты на фазана оставалось еще целых 2 дня. Охотник оказался местным жителем из близлежащего села, и все документы у него были в порядке. Поэтому после проверки и регистрации его в своем журнале, в моем журнале, мы пообщались немного на тему охоты, пожелали друг другу удачи и разошлись каждый в свою сторону. Из 27-16, да? Потом еще, ну, посмотрим, что там нам Аркан покажет. Ты же только не стреляй, Серега. Перепел. Ух ты! Да не, вон сел. Подожди, тот там сел, а остальные где серые? О, смотри, смотри. Один напротив. Молодец, Аркан. Слушай, это у меня уже опять так, что я руки в карманы, думал, что фазаны там это, чтобы не стрелять. Так, один туда, один, а остальные три куда? Ты не видел? Те, которые... Да ладно, пошли. Ну, будем наготове. А я вдогонку на удачу стрелял. Эх! А ты сейчас... Далеко сильно, она уже, бля, что там была, я так вот. Да я и видел. А так бы перепелку пожарили, кстати, на шампурах. Поищи. Перепелов больше найти так и не удалось, зато нам повстречалась другая, очень большая и железная птица. Раз приземляется, Зеленский выходит такой. Ну какие проблемы, мужики, какие, блядь. Вообще, папа. Чем помочь? Такой добрый, как Ленин. Геликоптер, да. Пойдем по лапу. По хвосту он стреляет, когда теряет управление. По большим смыслам нет. По хвосту. I need you, help me. Позвал, позвал, да приземляются. Мужики, у вас спички есть? Где-то юбилейно, блядь. Вот так проверим. Гибен зимир ун сигаретен, да, или как там? Пацаны, там один ходит, доводите его там, чтобы не ходил, да? Боковую ракету, блядь. Это так мы... В конце концов мы добрались до известного нам и вам по моим роликам кургана, где часто пролетают голуби. И здесь уже нам удалось пострелять немного вихерей. По-моему, ты по нему попадал, да, перья выбили. Пока я шел за Серегиным подранком, мне по пути попался тоже голубь, и я взял его в лед, правда, это не попало в камеру. Стрелял я против солнца и думал, что это горлица или вяхи, но это оказался, как говорит один мой приятель, промыслово помойный голубь. Но тем не менее, трофей, никуда от него не денешься, не выбрасывать же его. Так, а где? Я говорю, вот под теми деревьями сесть, а голуби, вот не этим, а вот те следующие. Потому что видишь, они все вот так вот облетают. И посадить вот там голубей. Хороший. Ну, я его взял, как я говорил, 3 корпуса, блядь. Да, и прямо я видел. Серый, не шевелись. И вторую догонку я еще дал, блядь. В таких случаях, не знаю, надо было, что не надо. А то уже далеко было. Я там вторым тоже по нему стрелял, но это была 9-ка. Есть! Есть, сука!
Ищи, 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 Аркан. Ищи. Блин, неужели подранок, а? От черта. Серега еще одного сбил. Серый, ты представляешь, мойка, жизнь подранок вообще. Я говорю, у меня, по-моему, подранок. Кажись, он сел на дерево и сейчас улетел. Будем тут сидеть и ждать, когда они будут пролетать. А затем за своим подранком я потом еще схожу, он там может упасть просто и все. После завершения охоты я все-таки подошел к тем деревьям, куда предположительно мог улететь мой подранок, но голубя ни живого, ни мертвого там я и не нашел. Стоять! Стоять! Ко мне, Аркан, ко мне! Взял? Стой, Аркан! Серый, взял? Вот так и закончилась наша охота. Налетов больше не было, голубь пролетал уже очень высоко, поэтому мы решили пойти домой. Оставайтесь с каналом на привале, приглашайте своих друзей и не забывайте подписываться.